Всероссийский диктант прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Более 11 тысяч участников, 90 площадок, среди которых зал заседания Таврического дворца. Снова в школу писать диктант. В этом году сядут порядка 300 госслужащих. В качестве диктора была приглашена Анна Ковальчук. Специально для акции текст написала известная писательница Гузель Яхина. Узнать его заранее было невозможно. С ним диктор ознакомился только перед началом. Берешь сложный текст, ну ты его сам коверкой прочитаешь, а тут нужно донести людям еще как правильно его написать. Конечно, готовим, несколько раз читаем. Акция становится все более популярной. В прошлый раз за парты сели порядка 7 тысяч жителей города. В этом году количество участников в два раза больше. Соревновательного мероприятия для государственных гражданских служащих, все, кто пожелал прийти вместе с ними, члены семей, выпускники президентской программы, сотрудники, точнее студенты базовых кафедр при администрации губернатора наших ведущих вузов. Бак спускался с крыльца школы и оказывался на площади. У подножия величественной кирхи с просторным молельным залом кружили стрельчатых окон и громадной колокольней, напоминающей остро затопленный.